Всем здорова, друзья! С вами Спикер, и мы начинаем проходить Half-Life 2 на уровень сложности максимально и без смертей. Мне написал подписчик, я принял этот вызов, мы будем играть без нарезок, я буду показывать каждый ролик, что уровень сложности у нас максимальный, чтобы не писали комментарии, чтобы у меня уровень сложности, играй на легком. И, друзья, погнали! Реально будет очень подно, будет очень сложно, но я проходил эту игру раз 15 в свое время. Сколько тут глав? Конечно же, много, мы начинаем игру. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Старый добрый Фримен. Да, друзья, я проходил игру раз 15-20, мой ПК не тянул. Мне приходилось играть в эту игру снова и снова, потому что она мне нравилась, потому что ничего другого не тянуло. Ну, посмотрим. Сможем пройти. Уровень сложности у нас самый сложный. Я буду показывать иногда в ролике, иногда в начале, в конце, чтобы вы не писали комментарии, что игра уровень легкий. Я хотел сделать стримчики, но стрим у меня не тянут, потому что скорость интернета, возможно, либо мой ПК не очень-то и тянет. Ну что, погнали. Конец линии. Да, конечно, графон не 17-го года, но, в принципе, смотрится довольно неплохо. Сами вы его нам выбрали. Главное сюжет. Это лучший город из оставшихся. Я такого так, как в общем сложно проходит. Пока что бегать мы не сможем, пока не возьмем костюм. Возьмем костюм, тогда сможем бегать. А костюм нам брать, кстати, что-то раскидался. Не пейте воду. Я горжусь тем, они что-то туда подсыпают. Пойдем дальше. Ух ты же. Да, графон, конечно, давненько не играл в такие игры. Даже не помню, какого года. Добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Так, нам походу вот сюда теперь. Пойдем с тобой. Это какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Окей, заходим. Ох, сколько крови тут. Словно пытки какие-то. Должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман. Как собственно, персоны. Я тоже не как же все это долго происходит, ребята? Меньше слов, нужно больше действий. Мне реально уже хочется взять оружие и начать уже отстреливать. Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не... Так, ну что, погнали. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду.
Да какого черта не прыгает выше? Так, ящик на месте. Так, аккуратненько ставим. Сейчас все-таки под углом. А, можно же и без ящика, что ли, выкинуть его нафиг, и можно просто так, так выпрыгнуть. Подними эту банку. Да идите нафиг. Держи свою банку. Жалко, мы бегать не умеем. Все-таки убежали от него. Нет, он решил за нами побегать, что ли? Так, быстренько на улицу. Надо еще взять попсикову. Банку, банку берем. Держи еще банку. Прям харю. Ох да, помню о старом ПК, у меня здесь слишком просел FPS, и это было просто жесть. Я смотрю просто в землю, что просто идти вперед. Это было, конечно, старое время. Сейчас у меня, конечно, тянет GTA 5 практически на максималку, но стримчики у меня, к сожалению, друзья, почему-то не тянет. О, какой хулиган, да. Так, хорошо, пойдем. Трехногие. Потом будем их гасить. Так, нам полезется наверх. Как все прекрасно помню, куда идти, что делать, только не помню, где находятся ящики с патронами, с жизнями. Мне кажется, сюда нам. Там ребят закрыли. Так, вверх по лестницам. И, друзья, напишите комментарий, сколько делать ролики. 30 минут, 40 минут, либо просто по 20 минут. Так, нам кажется, сюда именно. Или выше подняться. Я это уже тут закрыл. Ну, пойдем сюда. Стоять. Так, можно обойти. Спасибо за... Эх, черт, убрать телек. Он на нашей стороне. Хочешь участок? Я больше не могу. Вниманию жителей, замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Нельзя терять ни минуты. Так, дали указание уже на крыше, теперь будет понятненько. Теперь мы будем в бегах. Выселением в нежилое пространство. Так, на крышу быстренько. Давай сюда, быстро. Закрывай дверь, держи дверь, и я пошел дальше. Так, ну двери нет, чтобы закрыть. По мне, походу, уже стреляют. Приехало подкрепление. Так, идем дальше. Не останавливаемся. Так это же по мне стреляет. У нас пока ХП нету, так что без проблем доберемся, надеюсь. Не, все-таки мою задницу чуть не подстрелили. Черт, у меня нет оружия. Полагаю, ты Фриман. Внимание. Неопознанная... Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадать. Как здорово ты раскидала. Так у них нет оружия. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Ха, кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Мезе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, не разговорчивый. Конечно. Просто скромняга. Помнишь его по Черной Мезе? Старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда.
Забавно, что ты появился именно сегодня. Так, я быстрее тебя пробегу уже. А тут как слишком медленно ты идешь. Так, кажется, вот здесь открывается. Через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Взаимно. И, друзья, мы в лаборатории. Тут довольно интересно, можно посмотреть, даже портал такой был. Помню, давненько... Нажимаем, и он перемещается. Можно взять книгу и также перемещать ее. Так, аккуратненько ложим сюда ее. Нажимаем портальчик. У нас получается два предмета. И как получится, интересно. Ух, перемещается. Пойдем послушаем ребят, возьмем костюм. Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Получилось? Нет доступа. Мне нужны глаза дока. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Кошку? Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Да, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик. Что? О, боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. Сейчас, друзья, оденем костюмчик. Ох, старый добрый костюм. А вот и... Черт, убери ее от меня! Так, я не могу ее убрать. Ты где? Я думал, ты избавился. Это просто скрипт. Конечно, нет. Дай мне костюмчик. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Ух ты, да. Какой звук. Это блаженство. Мне напоминает этот Дум, когда одевали костюм и началась замеса. Здесь примерно то же самое. Нет, не туда. Нет, нет. Осторожно, Ламар. Эти приборы очень хрупкие. Бог мой. Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? Гордон, костюм сидит. Довольно забавно. Ребята слишком долго болтают. Я уже хочу пойти реально в портал и уже открылось. Нам нужен доступ от дока. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. А пока пора взяться за работу. А вот и портал, друзья. Ну, будем перемещаться. Так, док наверху. Алекс будет внизу. А нам нужно будет просто взять рубильник и подключить. Так, сначала Алекс. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Тогда ты тоже самое говорил. Эй, да, кстати, насчет кошки. 2, 1.
Один. О, господи, что на этот раз? Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Так, какой рубильник? Секундочку, я как-то забыл уже. А, все понятно? Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Ух, и Алекс уже там, а. Наша очередь уже. Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, до! О, слава богу, как гора с плеч. Да, это круто, конечно. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну, давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT закончил. Ладно, парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Лайм. Как раз вот. Ну, давайте попробуем. Правда, это не очень получится, и придется нам полсерии добираться, друзья, до места пункта. Прекрасно. 3, 2, 1, пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос, Ламар. Эдди, впереди! Ух, где прям в пустыне оказались. Да забудь о ней. Он проходит, что происходит? Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим. Его что-то утягивает. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Я Гордон Фримен, чувак. Он вернулся. Я его вытащил. Просто реально летаем. Мы потеряли Гордона. Что происходит? И если бы я только знал, что такое может случиться. Не волнуйся, Гордон. Вон он. Нет, опять мы его пускаем. Что это было? Неужели Гордон Фримен? Тот самый. А таких монстров я даже не видел. Так, я очутился на улице. Сзади. Выключай, выключай. Гордон, уходи отсюда. Беги. Спускайся вниз, я найду тебя позже. Так, все, нам дают движение. Мы можем бегать теперь. У нас есть фонарик, у нас есть жизни и хп. Ну что, погнали, друзья. Мне нужна монтировка. Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити 17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи. Ох, поймал, круто, она, друзья, тебе пригодится. Мы на этом, друзья, закончим. Уже продолжим во второй серии. Уровень сложности самый трудный, друзья, и мы продолжаем. Скоро будет пистолет и будет экшен. Будем рвать задницу. Ну а с вами был Спикер, и продолжайте смотреть. До новых встреч, всем пока.